В Югре с начала года оштрафовали 67 нерадивых хозяев домашних питомцев. Об этом стало известно во время традиционного прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой. Так, в нашем округе меняются правила обращения с четвероногими. Например, введены дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. Кроме того, с начала текущего года ветеринарное сопровождение животных без владельцев в приютах осуществляет бюджетное учреждение округа «Ветеринарный центр». Правительство автономного округа, как известно, уже приняло ряд решений нормативного регулирования, правового регулирования в этой сфере. С 2021 года в регионе реализуется концепция обращения с животными. В документе установлена цель формирования ответственного гуманного отношения к животным и обеспечения к 2025 году наличия владельца у каждого животного.